ЛТ. Я даже ЛТ от ЛБ не могу отличить. Тут что курок, а что не курок. Не, ну понятно, вот это вот парирование ЛТ, это все-таки курок. Ах ты тварь! Ах ты тварь! Да иди ты нафиг, а! Ну нападай уже! Спасибо, я пошутил вообще! Я передумал. Парируй, парируй. В задницу себе парируй. Я сейчас сдохну так на парированиях. Пипец какой-то. Ну ладно. Одна фляга осталась. Ну, класс вообще. Костер давайте. Заперто. Угу. Дальше что? ЛТ. РБ. Ага. Ладно. Надо будет запомнить. Что ли? Ой, только не говорите мне, что сейчас к боссу идти, а? Может, не надо? Говорить мне, что сейчас к боссу надо. Ну, больше дверей-то никаких не остается. Спиной врага критический удар. Супер просто. Видимо, да. Только туда и остается идти. Что-то меня это как-то не радует, нифига. Вот и чё. Потрясающий мужик. Вставай, что ли. Одна фляга с эспусом. Круто. Че я с тобой делать должен, а? Парниш. И он развернулся прямо в сторону моего удара. Да перекатывайся, дубина, а не это, не того. Попал. Угу. Давай, давай, давай. Да. Чё ты тупишь-то? Я ему говорю делать одно, он делает другое. Вообще потрясающий парень. Ну, без фляг с эсусом я бы здесь вообще бы никак бы. А наверху-то хоть был костер-то? Вот это меня интересует. Я что, каждый раз до туда должен сейчас переться буду? Через врагов и... При этом, чтобы у меня оставались эти фляги с эстусом. Потрясающе. Потрясающе. Нафиг, иди, а. Просто потрясающе. Супер потрясающе. Но тут нет костра, я так понимаю. Я его не видел. Ну, иди сюда. Чё ты там тупишь-то? Ну не тупи. Да...
Конечно, в таком месте я с ними не хотел сражаться. Именно по этой причине. Ты в другую сторону целился, скотина. Тут же нет костра. И ты здесь, а? Слышь, тварь. Не борзей. Да что я сделал? Я путаюсь в кнопках. Пипец, как путаюсь. Он так долго замахивается. Попробуй здесь определить, когда он тут... Спасибо. Ценю. Минус две фляги. Да он непонятно вообще замахивается. Он вообще непонятно замахивается. И опять минус вообще все фляги. Да ты тварь, просто. Просто тварь. Мои души, скотина, все просто... Иди нафиг, а? Иди нафиг просто. Мои души! Мои души! Ха-ха. Так. Понятно. Опять пососец. Бронетёмкин пососец. Так. Сейчас заденет по-любому. Нет. Да ну, ты хорош уже. Ты это, особо-то не барагусь тут это. Я тут новенький как бы. Только стримы смотрел по Dark Souls, я нифига не вкуриваю вообще, и то по второму. Поэтому давай-ка без этого. На геймпаде играть не умею, так что... Так что это... Отстань просто сам, умри, пожалуйста. Ну ладно, в принципе, сейчас. Сейчас, я думаю, затащим. Нефиг было с этим. Жуком-короедом сражаться. Абсолютно уродским. Чё я твою... Я вот кнопки путаю постоянно. Кнопки, мать его. Обычные кнопки путаю. Вместо того, чтобы ударить, я делаю перекат. Мне почему-то все время хочется вот на эти вот нажать. А, Б. И так далее. Ну иди сюда. Иди сюда, ну чё ты тупишь-то? Чё ты тупишь? Иди сюда. Ну конечно, я по тебе, да, нет. А ты по мне, да, да. И контратаку я не умею делать. Потому что все время жму на перекат после этого. Не так быстро. Вставай, вставай, придурок! Нас ждут невеликие дела. Блин, одним ударом промахнулся. Чё ты офигеваешь как-то, парень?
хорошо промахнулся, да. Теперь задел. Попробуй здесь хитбокс еще слои. Нахрена здесь перекаты, спрашивается. Если они не работают. Спокойно. Да ты запарил уже по площади бить. Нечестно это, вообще нечестно. Спокойно. Жди, пока отвлечусь. Тут непонятно, как он не попал, а вот это понятно, как он попал. Чё я туплю-то? Так, а эта дверь чё? Сглаживание? Не, не слышали. Так, а что там на втором этаже вообще? Все такие. Так, кстати, вот эти вот хождения туда-сюда не закончились. Топот я имею в виду. Топот не закончился. Я, кстати, до сих пор не использую захват цели. Я потрясающе молодец. Хотя, может, не так нужно. Да, нормально-то свалился парень. Ты думаешь, что это что-то изменит? Это нифига не изменит. Ты не прав. Давай, 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 давай. И ты давай. Давай сюда. Я прям профи, 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 профи. Вообще просто, вообще супер профи. На, лови. Так, прочитать сообщение это нам не надо. Я сюда приперся, что здесь-то? Зараза, как мне нравится, как они во время удара уже поворачиваются в твою сторону. Это просто восхитительно что-то. Не на то нажал. Классно. Чё лечимся? Чё лечимся? Полечился парень. Ну чё заперто? Ну чё заперто все? Заперто неинтересно. Давай все открывай. Да, Next Gen прям так и хлещет.